В августе работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате ежегодной корректировки, которую производит пенсионный фонд. Перерасчет пенсии касается более 5000 окружных пенсионеров или 38% получателей трудовых пенсий в округе. На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году или первом квартале этого года уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка носит сугубо индивидуальный характер. Просто посмотрим для пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости и по инвалидности. Беззаявительная корректировка отличается от общей индексации, которая производится два раза в год с февраля и с апреля, тем, что процент увеличения пенсии с февраля и с апреля одинаковый для всех пенсионеров, но зависит от размера пенсии. Беззаявительная же корректировка зависит от получаемой заработной платы, отчисления страховых взносов и отработанного периода. То есть кто-то работает месяц, два месяца, кто-то работает весь период, весь год и квартал 2014 года. В этом году средний размер прибавки составит 300-350 рублей в зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров. Помимо корректировки трудовых пенсий работающих пенсионеров, с августа будет увеличена пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной части трудовой пенсии. Размер срочной выплаты будет увеличен на 2,3%, накопительной части пенсии на 2,9%.